Нет, наши ожидания превзошли и посещение со стороны школьных педагогов и производителей. Этот форум стал действительно объединяющим для развития технологий в сфере образования. Это как раз все, что связано с обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, все, что связано с дополнительным образованием и развитием, все, что связано с образовательной робототехникой, научно-техническим творчеством, все, что связано с социальным партнерством, международным сотрудничеством и обучением иностранных студентов. Это далеко не только выставка. У нас 8 площадок под деловую программу. У нас 4 дня разножанровой программы. То есть первый день сегодня это инвестиции, партнерство, образование. Второй день завтра это компетенции, навыки 21 века. Послезавтра это цифровая образование. Среда и суббота – это школа для родителей. Работая над программой, отрабатывая все, что произошло в образовании за последние 5 лет. И далеко не только в России.